Привет, вы находитесь в банде канала Енота Гробовщика. И с вами, как всегда, Леон и... И Ромка Параноик. За мной тут уже охота вовсю. Охота за тобой? Кто за тобой охотится? Маршал и место. Лошадка! Давай, будем цену себе набивать. Отлично, я взял мощную лошадь. Она теперь моя? Да чё ты... Пока я думал, смерть не разлучит вас. У меня 20, 50, 100. 100 еще там. Сколько-то еще. Еще один едет. Где? Да сейчас. Ехал. Кстати, за них теперь больше дают. Еще лошадь убьем их. Ой, смотри, сколько скачет. Черт возьми, их много. Их очень много. Так, по 5 экспы. По 5? Че, чем больше, чем... Больше экспы дают? Да. Отлично. Так вообще шикарно. Можем качаться так. На кабанах, да, первого уровня? Не, ну они же потом больше за них будут давать. Когда мы будем... Знаменитая банда. Этого не уже... будет. Мне уже... Блин. Не... Кто-то там говорил что-то. Это может наш... Меня убили. За мной, награда 395. Здесь надо что-то набрать 5000 и продержаться 5 минут, что ли. У меня 655. Молодец. Так надо в дом залезть и там уже... На крышу? Ну, куда-нибудь. Сейчас залезу. Патронов главное, чтобы хватило. Да, да можно вниз спускаться и... Ох ты, они чё, через этот город решили пройти? А тебе тоже экспу дают, когда я убиваю? Нет. Но, так, мы в Чупаросе. Лично. Чё, вы двое там? У меня 875. Да я тут один отстреливаюсь. Я не знаю даже, что нам тут надо сделать. Ой, за мной. Говоришь, 5000? Вон, давай наверх дома залезем, да. На какого? А, вот тут можно залезть, да, я помню, миссию мы последнюю проходили. Ну как последнюю? Лезь давай. Лезь. Эх, не удалось. Уже скачет. Скачет уже. Убил. Кто-то сейчас сказал что-то. Ты слышал? Ну, там новый этот враг. А, мы враги? Нет, или... мы синие. Так, ну ладно. Ачивка, говоришь, есть? Есть. Ну ладно. Какие-то сердечками стали ехать. Фиг знает. Причем я их не вижу. А, он прям внизу был. Спрятался жук. А тут у нас никого нет. Банда Енота Гробовщика просто так не сдается. А как ты наверх залез? Чай. Еще выше. Отлично, вообще какой-то. Главное, патронов, чтобы теперь хватило. Вон они все ездят. О! Так мочи! Да блин, сколько можно? Ты свалился, что ли? Мне сказали, что я новая публичная цель. Да, враг народа ты. Отлично. Уже хорошо, хоть что-то достиг в этой игре. Так, ну же, где вы все? И за меня награда теперь, да? Да. Ух ты. Еще один. Что-то я не вижу. Кого? Да они далеко скачут. Кстати, вон там зеленым чем лошадь, что ли, подсвечивается. Где? А вон далеко на холме. Может, нет, это чувак какой-то. Он не наш, я, да? Я его убивал уже. А он по нам стреляет. Да? Я убил его! Снайперки? Да. Молодец.
Он пытался, пытался. Будет знать. Что-то сделать. Отлично. Что, он не пытается больше? Не знаю, я его не вижу, по крайней мере. Вряд ли это он по мне стрелял. Ну, по крайней мере... А, вон, да, он опять... где-то он появился. Опять появился. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Я что-то его не вижу, он, наверное, обиделся и убежал. А он на холме был, наверху. Лошадь вижу. Но его я не вижу в прицел. Печально. Да, печально. Так бы еще раз его убили. А за него больше дают, чем? Да фиг знает. О, кого-то нашел. Хотя это, наверное, обычный NPC. Над головой подсвечивается ник? Да. Отлично. Ну, по холмам вроде ничего нет. На удивление. Удивления ничего нет. Он подождет момента. Тырится. Все, может быть. Ну, что-то мы так много не наберем, я чувствую. Ну, убиваем. У тебя вот уже 900. Сколько? 900. 900? Да. У меня 1150. 950. К нам едут зеленые. Или подожди. Или они не... А, вон он появился. Все, появился. Ты умер? Нет, я живой. Вон он, зеленый, появился на холме. Выглядывает. Так, ну давай, покажись. Пытается выглянуть. У меня уже 1000. Блин, он... Пони его зовут? Да. И он не хочет вообще показываться. Он там зашкирился. О-о-о, головка показалась. Да, это весело. Это несомненно весело. Бегут к нам со всех щелей. Кто? О, там еще один. Синенький. Я убил синенького. Молодец. И у меня все, что ли, закончилось? Что у тебя закончилось? У меня патронов больше нет. Тут есть где-нибудь патроны, не знаешь? Банда енота гробовщика должна жить. Это у меня дробовик лишь обычный. О, сдохни. Отлично. Какое злое, а? У меня сохранение. Сохранение? Я его убил. Чем? Снайпер. А внизу вон патроны лежат. Их можно подобрать, можно. Как думаешь? Ходи по двери. И тебе дадут? Нет. Ой, я прыгнул. Какую глупость совершил. Начала она. Сейчас подберу. Я еще путаюсь с управлением малость. Ну, малость, это легко сказано еще. Ох ты. Почти. Почти убили. У меня тоже. Мы так просто не сдаемся! Нельзя так просто сдаваться. Конечно. Отлично. Сбегал, поподбирал чутку патронов. Фиолетовый какой-то к нам бежит. Ну, пытается бежать. Ты меня прикроешь? А ты где? Да я пытаюсь залезть обратно. Лезь. Если раз. Получится, то прикрою. Давай. Эх, не удалось. Не удалось запрыгнуть. А то они нас окружают, смотрю. Ну, не так, конечно, но... Банду енота гробовщика просто так не окружить. Потому что банда енота гробовщика повсюду есть. Отлично. Там синенький, по-моему, где-то. Я его убил. Да? Да. Блин, патронов так и нету. 1500. Лично. Он еще зелененький бежит. А как и ты я это его видишь? Убил. Ох ты. Кто-то по мне сейчас так шмальнул, отлично. Да? Из снайперки. Да. Снайперка так-то с одного выстрела должна убивать. По мне, это... по-моему, тоже из снайперки шмаляют.
Может фиолетовый. Фиолетовый пришел. Это далеко он так, что ли? Не, вряд ли он, ты что? Значит, вон, бежит зеленый. Да, забежал в это, на базар побежал зеленый. На базар? Ага. А как ты примлькнул? R1? R1, да. Ну! Блин, я не могу по нему попасть. Он к нам идет. Где он идет? Ты не свалился? Он вокруг пошел. Он пошел к нам, сейчас полезет. Готовься. Полез. Уже? Да, сейчас. Залезет тут. Он прыгать пытается. Пытается залезть. Ага. Выглянула башка. Ну, башка. Пошел вокруг. Может, решил он как-то через дом? Фиг его знает. Не знаю. Ну, я его не вижу пока что. Он где-то под нами. Сейчас выйдет, видимо, на лестничной площадке. По крайней мере, я так думаю. Как думаешь? Выйдет он? Осмелится? Ты куда кинул? Не задело его, выжил. Да, выжил. У нас уже это, разыскиваемость. Теряем падает. Рейтинг. Да, теряем рейтинг крутых бандитов. Подняли? Бандитов. Ну да. Отлично. Только где он? Он, ты убил его? Нет. А он до сих пор тут? Где-то ползает, скотина. Да думает, что мы спустимся. Хотя он, по-моему, телепортировался. Либо мне кажется. Не, он внизу. Понять не могу, где он. Да это... Ох ты, подожди. Чё ты? Кто в тебя стрелял? Вон он, ниже. На нижней площадке. Сейчас подниматься будут. Давай сюда спрячемся. Выходим и убиваем его. Погоди. Блин, ему осталось понты. Почти убили. Сейчас он выскочит. Ловим его. На живца. Банда, а? Ну. Погоди. Сейчас он. Сейчас должен. Выкатился. Подо мной где-то. Да я его вижу отсюда, но не могу его убить. У меня ничего такого нету. Хотя вот дробовик есть. Убил? Да, из дробовика. А вон там оружие выпало. Да хорошо. Сейчас я подберу его. Я обратно рейтинг вернул. У меня 1980. Так, ну вот тут два обычно. Отлично. Еще там кто-то... Мне все инвайты кидают. Зачем? Он с другой стороны. Кто? Ишак тот. А, вон, Ишак. Сейчас мы его... Сейчас он ближе подбежит. Когда попасть уже по нему будет реально. Он вообще уезжает. Убил? Я лошадь убил. Лошадь убил. Отлично, хедшот. Еще вот тут у нас два. Не знаю, сможем ли мы продержаться с тобой долго. Мы как там, Бонни и Клайд. Какой еще Бонни и Клайд? Ну, преступники. Я свалился этажом ниже. Ну, я понял. Ох. Что-то нет никого. И этот зелененький тоже не появляется. Обиделся. Он как-то хочет в обход, что ли? Или челлендж комплит, сурвайв. Чего? Челлендж? Да. Ачивку, что ли, дали? Не, испытание. А мне пока ничего не дают. 2300 пока я набрал.
А, и они... О, вон он, появился. Уехал. Убить его! Чё, испугался? Уехал он. Так, ну, ох ты, внизу. Вон он, вход пошел. Не знаю, попадаю я по нему или нет, но он в воротах стоит. Я заметил, что тут нет ближних каких-то таких атак. А почему он зеленый? Объясни. Очкует, короче. Есть, у меня 4 патрона осталось. Это, конечно, здорово, но... Но не очень, да? Не расстреляешься особо. Патроны бы сходить. Сбегать за патронами. Там зеленый не тот. Да почему? Можно как-нибудь через низ сходить, конечно. Попытать удачу. Сейчас попробуем. Вон там очень много светится. Сейчас я через низ бегаю. А, блин! Чё? Фейл! Я умер! Просто упал. Молодец. Твою дивизию. Пойду я этого. Там он синенький, легенда. Это круто? Он меня убил. Где? Вон он. Ползает там. Где ползает? За холмом. А, понятно. А зеленый где? Он синий, голубой такой. Не, а зеленый не знаю. Но вот этого урода сейчас надо убить. С чего ты взял? Он меня убил. Ну и? Отомстить надо. Так, ну я тут не вижу никакого нового. Жесть, меня убили. И меня убил... Понятно, из чего. Мексиканская армия меня убила. А, тот зеленый 15 уровень, а синий, по-моему, 50. Это круто? Так, ну и что делать-то, Бум? Да, вот этого надо убить, козла. Как... А я, по-моему, видел его, это... Имя, что ли? Сейчас попробуем. У меня снайперская винтовка есть. Он вообще рядом, а нет. Что-то он какой-то непробиваемый. Угу. Убил. Yeah! Ты убил? Да. Я что-то по нему стрелял, попасть не мог. Да, я снайперской винтовкой. Так, ну, кто еще где? Есть кто-нибудь? Ох ты! Чё, он тебя снял? Убил меня, да, одним выстрелом. Взорвал? Чётко. Нет, в голову попал. Он 50-й уровень, он тут бог. Да. Понятно. Ну, я только не понимаю, где он спрятался, на холме или где. Но мы долго держали оборону. А ты потом умер или до сих пор разыскиваешься? Да, он меня убил, и все, у меня разыскивание слетело. А ему деньги дали? Я не знаю. Он на мост, все, он сваливает. Козел. Решил уйти, да? Может, он в обход пошел? А кто его знает? На мост он? Он вообще сваливает. Он ускакал. Что-то так быстро. Можно патроны собрать, еще потерроризировать. Да не, давай что-нибудь миссию какую-нибудь выполним. Порт, что ли, зачистить? Не, в плане, как их, миссии корпоративные. А, ну миссию кооперативную. Ну, у нас 10 минут осталось до конца серии. Ну давай, жми селик, и там внизу кооператив миссия. Сейчас.
У меня таких нету. У тебя телепорт произошел? Да нет, выбери ты у меня тут я собаки. Я выбрал уже. Пока телепорт не произошел. Ты нажимаешь селик, ты там кооператив миссион в самом низу. У меня внизу хард, ганг. А, вот, все. Какой-то. Подожди. Нашел. Я не понял. В геймас или где? Селик нажимаешь. Ну, селик я нажал. Ну, и внизу. И у меня там тут. Ветеран ганг матч, ветеран free for all. Ну, ветеран free. Блин, такого нету. Три последние строчки. Ты куда? Вверх нажимаешь, чтобы вниз списка попасть? Или читаешь по списку? Вверх. Вверх я нажимаю. Зачем ты вверх нажимаешь? А как? Ты открыл список, у тебя внизу, читай. Ну, ганг, шаттлс, ветеран, free for L, ветеран, ганг, matches, hardcore, free for L, hardcore, ганг, free matches, free for L matches. Ты какую Red Dead Redemption включил? У меня обычная. Надо было Undead Nightmare, ты сам говорил. Я не говорил. Ты говорил, у нас же есть Undead Nightmare, там кооператив миссии, давай поиграем. Я говорю, давай. Так, по-моему, и в обычной есть. Нету. А, вот такая хрень. Ну все тогда. Балбес. Мне письмо пришло. Ну. Подожди, это от тебя? Нет. Мне приглашает этот, который 50 уровень код. Я его приглашал, он не принял приглашение. Потому что ты ему не понравился, видимо. Наверное. А человек с милой шапочкой. Так, я хочу к зеленым поехать. Ну и что делать-то будем сейчас? Да, ничего, время сколько уже? Наверное, ждать. 21 минут? Да, ребят, скорее всего мы... Resident Evil. Вот так, я умер нелепо. Да, мы будем ждать Resident Evil. Я, кстати, по-моему, первый по очкам в этой... Как это? Сессии. Ну, я же ушел. Да, и будем ждать Resident Evil. Ладно. В общем, спасибо за внимание и... Всем пока.